Я вот этот буду выбирать. Скажите, а что здесь происходит вообще? Здесь происходит экологическая акция по уборке мусора. Сотрудники Еврохим Северо-Запад решили к лету, к сезону шашлыков, очистить берег реки Луга, чтобы жителям города было приятнее отдыхать здесь. Новинку на машину. Будет аудюх у него теперь. Ауди Дастер. Ауди Дастер. Давай, фотографируем. Сделка года. Мы знаем, что Еврохим, в принципе, каждый год убирает. Вот сколько существования? Можно сказать, даже по два раза в год. По два раза в год? Да. Прошлая акция такая была осенью. И меняется как-то ситуация? Или столько же, сколько... Честно говоря, возникает такое ощущение, то, что люди, наверное, думают, что оно само с собой исчезает. И тут надо, конечно, организационно работать. Надо оборудовать какие-то информационные щиты. Я не знаю, там те же пакеты для мусора, если для людей это сложно, их распространять бесплатно. Здесь, чтобы люди имели возможность как-то после отдыха хотя бы этот мусор куда-то централизованно складывать. То, что мы видим, это изучать. Ну, такое прекрасное место, я понимаю, очень пользуется популярностью. Вот это еще. Но, тем не менее, настолько относиться к нему, относиться к природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.